Много крови. А, только не говори, что ты замочил мафиози в Италии! Пошел вон. Нет. Я пытаюсь помочь вам. Просто скажите «да», другой ответ негативно отразится на вашем лице. Ваш клиент – идиот и военный преступник. Зачем вы его защищаете? Мой клиент не приказывал устраивать газовые атаки. Да, он приказал 4 генералам начать газовые атаки. Давайте ему позвоним. Оторвемся как следует. Что скажете? Адвокатская тайна. О-хо-хо-хо, быть вам пиратом! Сколько кровищица в машине! Секунду, у нас какая-то бэха на хвосте! Можно я скажу тебе спасибо? Я всю жизнь только и мечтал этим заниматься. Мне насрать. О, нет, 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 нет! Меня простят. Иди пошел ты! Стой! Осторожно! Он должен был меня пропустить. Еще одного собьешь, и я пойду пешком. Слышишь меня? Давай, поучи меня водить машину. Зеленый вырви глаз, цвет что надо. Слишком яркий? Отлично, вписываемся в итальянскую архитектуру. Тебе же понравился цвет. Ребенок, ребенок, ребенок!